Так, ну что, где я там остановился? Так, долг тамплиера, задание, что ли? Неужели на задании сохранился? Прям не помню, где я там сохранился. Обычно в корабле сохраняться стараюсь. Эти миссии долго загружаются. Количество ресурсов рядом. Да, точно. Придется провести разведку. А что за задание, я не помню. Вообще не помню, на чем остановился. Ладно, сейчас быстренько позырим. По-любому какой-то где-то саларит надо будет собрать. Главное не пропустить. Чтобы по максимуму все эти системы прокачать. А, точно вспомнил. Там какая-то база Мёбиуса в астероидном поле, что-то такое. Там, скорее всего, гибриды будут. Точно то. Ну, сейчас подзагасим всех. Загрузка 500 лет идет. Эх. Только вот в качестве, если расы были бы вот зерги, протосы, было бы поинтереснее. А, у нас вот эти перехватчики. Так, перехватчики, что у нас с газом? Ничего не строится. Так, здесь. А, он говорит, мало ресурсов, короче, что-то там. Короче, херово ресурсы добывать здесь. Надо будет потом куда-то передвинуться. Так, что у нас по армии? Я слишком долго спал. Мираж. Идет активация. Это был Феникс у нас. Фазовая броня. Это что, пассивная, по-моему? Гравитационный луч он сам? Я сам распоряжаюсь своей судьбой. Короче, ресурсы вот. Так, звездные врата. Здесь мы делаем. Улучшение воздушных сразу закупим. Пускай улучшается. И на газ сейчас еще челика подправим. Побольше. Так, 3-3-3. Так, а это что? Маяк платили. А, это новое здание, что ли? А вот эти, кстати, что стоят? Чуть не вкуриваю. А, типа. Чё за фигня? Так. Еще. Это прям дорогой, кстати. Готово. У меня есть доступ к управлению. Платформа в рабочем состоянии. Эта навигационная панель в верхней правой части командного экрана позволит мне переместить платформу к дополнительным месторождениям. Правда, враги не так уж далеко. Мне нужно отправить несколько кораблей вперед на разведку, прежде чем начать перемещение. Да подождите с своим перемещением. Давайте-ка мы
подстроим что-нибудь. А что мы можем подстроить здесь? Здесь, я так понимаю, здесь закрытая платформа, здесь все. Можем тут пилончиков понаделать. Давай кого-то товарища сюда. Пушка какая. К нашему Нексусу приближаются несколько банши. Банши? Амон пробудился. Он открыл нам глаза. Так, одного феникса построим. Так, еще на двоечку назначим. Я ответил на твой зов. Газовый гейзер иссяк. Месторождение минералов истощено. Отлично, блин. Вот они. База атакована. Но они быстро как-то разбирают. Прям вообще супер. Мне вот интересно. Возвращаюсь если... в небеса. Короче, прям кайфовая миссия, вот как мне кажется. Вот эта платформа, допустим, останется. Здесь надо защиту сделать. Построим тут пилончиков, блин, вот только вот минералов нет, конечно. Сейчас надо вот сюда налево сходить. Тут вон, кстати, есть. Что забрать. И походу эта платформа тоже висит. Но тут что-то, мне кажется, есть какие-то враги. Давайте сбегаем. Месторождение минералов истощено. Крейсера такие медленные. Тени поглотят все. Так, ну и все, тут ничего нету больше. Мираж. Иду на стройку. Также вот этой пробкой сходить. Все забрать. Месторождение минералов истощено. Задание. Каракс, мы с трудом справляемся с атаками гибридов на копье Адуна. Тебе удалось найти их стазисные камеры? Сканирование показывает, что поблизости находятся две камеры. Похоже, они работают на Солорите. Сейчас он нам пригодится как никогда. Да, по-любому. Сейчас только подсоберем, подстроимся еще. Улучшение завершено. Качаем улучшение второе. Это самое важное. Месторождение минералов истощено. Ну и построим здесь еще пилонок. Хотя минералов-то нету. Прихватчик аж 350 стоит. А что если мы просто призовем? Месторождение минералов истощено. Ну, нормально. Все, минералов нет. Ваши войска вступили в бой. Так, минералов нет, платформу двигая. Крейсер строится. Я слишком долго спал. Да что-то я не понял, я его не заказал, а вот все заказываю.
тут пилочки так буду строить вот этой херней. Давай тогда двигаем платформу, что это за фигня. А, это кнопка зонды собрать, ну-ка. И куда они идут? Мне лучше в центр встаньте, кто хрен его знает. Ну давай, двигаем. Я сам распоряжаюсь своей судьбой. О. Приказ получен. Получается, есть сюда и в бок. Но еще надо будет создать ту камеру стазис уничтожить. Война бесконечна. Улетаю. Прям прикольно. Улучшение завершено. Так, короче, одну пробку. Авианосец прибыл. Одну пробку строим. Найти. Не хватает минералов. Так, что у нас еще может свободная пробка построить? Врата есть у нас, оружейная. Оружейную построим, чтобы фотонки строить и так далее. Да чтоб тебя, зараза. Так. Угловой пилотчик. Тогда батарейку здесь. Класс.
еще если этот построить. Улучшение завершено. Не хватает минералов. В смысле не хватает? Все тут хватает. Так, уголок застроили, нормально. Надо сходить все пособирать, кстати говоря. Так, здесь еще мы призовем по-любому. Ну и подстроим, наверное, еще там авианосца. Так, медленно он строится, жестко. Так, собираем всю парашу. А тут, кстати, сталкер прилетел. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Так, кровавый охотник, архивы, темное святилище. Сейчас достроюсь, уже пойдем, короче, эту камеру выбивать или что это. Авианосец. Месторождение минералов истощено. Приказ получен. Локхтай. Сюда, в камеру ставь. Самое время.
кажись, нападение скоро будет, поэтому сюда. Все системы готовы к бою. Я здесь, среди теней. Мы, крадущиеся тени. Заманчиво. Я не буду служить тебе вечно. Ради возмездия. Очень разумно. Хорошо. Так, тут ничего нет, вот здесь есть. Будь по-твоему. Враг познает нашу ярость. Очень разумно. Так, а мы пока здесь подстроимся. Энергетическое ядро уничтожено. Запасы энергии корпуса Мендельса упали до 66%. Отлично, фазовый кузнец. Так держать. Тут, кстати, базу, походу, можно строить. Я сердце тьмы. Хорошо. Очень разумно. Так, а это типа летать могут эти собирать, что ли? Ну-ка. Идет активация. Иду в цель в зоне поражения. Определяю параметры навигации. Это прикольно. Приказ получен. Выполняю. Локхтай. Ну-ка давай, где еще? Овираж. Вылетаю. Я голос затмения. Так, ну сюда надо как-то пробку доставлять, а как ее туда доставлять? Мои навыки пригодятся тебе. Мы — крадущиеся тени. Отсюда вроде не видать. Короче, ладно. Системы готовы к бою.
нас улучшилось. Какое-то нападение идет. Мы едины с тенью. Ради вас есть. Так, все пробки сюда. Значит, надо двигаться. Я думаю, в бок. Вперед мы успеем. Пустота холодна. Бесконечно. Выполняю. Пустота холодна. Хорошо. Заманчиво. Я вновь. Улучшение завершено. Навыки пригодятся тебе. Прям неплохо, платформа такая передвигается. На ней эти пушки есть, все прям супер. Так, ну что это получается? Дальше нельзя, только наверх. Гибридов уничтожены, и весь их солорит теперь наш. Все прошло как нельзя лучше. Мы едины с тенью. Заманчиво. Мы крадущиеся тени. Пустота холодна. Ваши войска вступили в бой.
Улучшение завершено. Прикольная миссия, вот никто так не изобретает. Чтоб в стратегии такое было вообще кайфово. Так, что здесь? Собрал. И тут летает эта фигня. Надо собрать. Мы. Все системы готовы к бою. Локхтай. Выполняю. Приказ получен. Чисти. Так, давай это газ пособираем, товарищи. И какой-то один товарищ. Еще Нексус построим. Так, а если этот улепить еще где-то, мне здесь будет мешать. Здесь еще. Хотя, конечно, тоже будет мешать. И здесь, получается, не пройти. Хотя, какая разница? Ладно, пускай не будет. Построим, значит, два, здесь два, три, четыре. Улучшение завершено. Строить этими товарищами. Но все равно что-то я не вкуриваю, как туда приехать. А вот. Есть, кстати, какой-то обходной путь. Ты, походу, вот здесь и вот тут направо будет поворачивать. Сейчас здесь наверх съездим еще. О, а что я туплю? Сюда оп. И сюда оп. И будет быстрее строиться. Повышенной скоростью функционирует. Часто все пособирают, короче. В принципе, тут есть чем отбиваться. Два Нексуса тоже атакуют неплохо. Авианосец прибыл. Ни хрена, это что, так быстро строится? А, не. Наше преимущество неоспоримо. Это он перехватчиков строит. С
все понятно. То есть они появляются без перехватчиков, а потом их сами строят. Ну, вообще неплохо. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Ум, она к бару. Вступаем в бой. Авианосец прибыл. Пускай пока там собирается все. Держится, иерарх. Нам осталось уничтожить только одно ядро. Превосходно, Каракс. Атаки на наш корабль стали более редкими. Ваши войска вступили в бой. Ресурсов больше не надо. Пустота холодна. Ну тут прям прилично этих товарищей. Авианосец прибыл.
вступили в бой. Битва выиграна. Где там Феникс? Сарагуну. Ваши войска вступили в бой. 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 Вступили в бой.
ты уже меня думали кинуть. Ваши войска вступили в бой. Так, что там? Да. Мы отбросили нападающих до того, как они смогли добраться до солнечного ядра. Системы вооружения готовы. Принимай управление. Служить тебе — честь для меня. Огонь! Корпус Мёбиус. Так, что тут? 120 боевых единиц при помощи авианосцев. Ну еще бы. А, тут ресурсы собирать. На сложности боец надо. Ну поехали, что там дальше? И что у нас по улучшениям там? Что появилось? Ну вот этот авианосец кайфовая штука, прям дорогой, мощный. И вот эти его крейсера прям здраво так атакуют. Лаборатория Амуна разрушена. Его армии гибридов повержены. И все же, в какой-то момент мы были на грани гибели. Мы выстояли. Благодаря смелости одного тамплиера. Среди тьмы я увидел свет. Отчаянную надежду. Каракс из Кхалаев. Ты был рожден в касте ремесленников. Но сейчас передо мной стоит воин. Ты показал, что эпоха Каст подошла к концу. Отныне мы все тамплиеры. Иерарх, я запустил новую подсистему корабля. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Ну это мощно. Ну-ка, это что скажет? Ха, какое самомнение. Сколько уверенности в том, что можешь управлять тем, чего не понимаешь. О, тираны всегда этим грешили. Подберись к черной дыре слишком близко, и от тебя ничего не останется. Когда-то мы также думали о Талдаримах, Халарак. Мы считали вас бездумными, безропотными рабами. А мы считали вас слабыми,
нечистыми и недостойными уважения. И вот теперь мы сражаемся вместе. Возможно, с корпусом Мёбиуса мы действовали слишком поспешно. Мог быть и другой путь. О, тамплиеры, я смотрю, вы просто не можете в себе не сомневаться. Нет, Артаис, истребление стало для них актом милосердия. После гибридов спасать уже некого и нечего. Такой прыщивый голубь. Его послушать. Так, военный совет. Разведка сообщает, что войска Доминиона пытаются сдержать наступление Золотой Армады. Несмотря на их усилия, множество систем уже потеряны. Рхана! Я вижу правду, Артанис. Правду, которую скрывает Амун. Пока его собратья дремали в тысячелетнем сне, Амун и его последователи высадились на Айюре. Они ускорили развитие нашего народа. Стали для нас учителями, богами. Он модифицировал нашу эссенцию, но затем потерял над нами контроль. Он и его последователи бежали на Зерус, чтобы создать там зергов. Гибриды стали кульминацией его усилий. Искусственные зелнага, созданные по его подобию. Их нам нужно... Рхана! Это слишком опасно. Остановись! Это мой долг, Иерарх. Я должна узнать правду, принять ее. Теперь я понимаю, в этом мое предназначение. Линейные корабли пришвартовались к копью Адуна. Сделай выбор, Иерарх. Это, короче, этот, который сейчас... Талдаримские странники гнева активированы, Иерарх. Ух ты. И чем он отличается? Ну, уступы преодолевать также. Большой урон одной цели. Большой урон строением. Наземные и воздушные. Вот это вот супер. Ну-ка. Слушай, ну мне кажется, вот эта тема здравая. Скалоход. Это вообще что-то другое. Вот этого взять, наверное. И атаковать в движении может. Вообще лютая тема прям. Энергетический заряд. Пускай будет этот. А здесь? Короче, остался еще один открыть юнит. Авианосец мне понравился, а вот насчет урагана я даже не знаю. Доблесть живет в веках. А, вот оно что. Это из роликов всяких PvP-шных я видел вот этот юнит. Ураган. Там темпест его называют. Чистильщики. Дезинтеграция, даже какой-то юнит. Точнее, способность какая-то есть интересная. Строению либо его единицы 500 единиц урона в течение 20 секунд. Стреляет неплохо так. Не-не-не, я авианосец. Тихо. Я авианосец оставлю, потому что... Ну, вообще лютый юнит. Так, здесь мы этого сделаем. Тамплиер создает архона. А темный архон.
подчинение. Не, пускай этот будет. Хасар де Темплари. Мираж, часовой. Так, сталкер. Все-таки решил я сталкера оставить, а здесь что у нас? Воскрешающийся. Пускай так и будет, короче. Ну и в ядро посмотрим. Что-то он там запустил. Феникс. Иерарх, чистильщиков впечатлил твой дар лидера. И они готовы поразить Амуна в самое сердце. Мой друг Феникс, их также поразило и твое дарование. Да, они решили принять мое командование. Роль лидера для меня в новинку, как и все остальное. Я не стремился стать иерархом. Я не был уверен в этом выборе. Наверное, были более достойные кандидаты. Не попадай в ту же ловушку разума, что и я. Чистильщики не просто так решили последовать за тобой. Так же, как и Делаамы решили последовать со мной. Неуверенность в себе только мешает принимать верные решения. Ты прав, иерарх. Ты говоришь, как настоящий лидер. Ну все, красавчик, короче.